Друзья, всем привет! Наверняка вы уже слышали про такую штуку, как IGTV. И теперь всем интересно, как же использовать это для своего бизнеса и как продвигаться с помощью IGTV. И сегодняшнее видео как раз будет об этом. Поехали! Друзья, вообще на самом деле Инстаграм любит, когда вы используете его нововведения. Так было, в принципе, и со сторис, и с лайвами, и с... Блять, забыл про бумеранги. Друзья, на самом деле так было и с хэштегами, и со сторис, и с лайвами, и с бумерангами. Когда вы юзаете все сервисы Инстаграма, он понимает, что вы с ним в одной лодке. Что это значит? Чем больше вы используете сервисы Инстаграма, чем больше вы используете всего того, что он придумывает, тем больше у вас вовлечение пользователей вашей аудитории в, собственно, соцсеть Инстаграма. А что Инстаграму нужно? Что? Инстаграму нужно, чтобы ваш контент вовлекал пользователей. Чем больше пользователей вы приводите с собой в соцсеть, тем больше людей сидит в соцсети, и тем больше они могут показать им рекламу и, собственно, заработать денег. Это сила вселенной. Это основная суть любой соцсети, поэтому, если вы интересны, если вы юзаете все сервисы Инстаграм, на вас приходит смотреть аудитория, и, соответственно, Инстаграм это понимает и может некоторые ваши видосики выкинуть в топ для того, чтобы на вас смотрело еще больше людей. Потому что он своим искусственным интеллектом анализирует, вовлекаете ли вы пользователей в свой контент, насколько они досматривают ваши видео, смотрят ваши видео и насколько вообще вы им, как блогер, подписчик, фотограф, бизнесмен, представитель бизнеса, неважно, насколько вы им вообще интересны. Поэтому я рассматриваю Instagram TV как еще одну возможность попасть на глаза своим зрителям и, соответственно, попасть в умную ленту. Ну, допустим, на вас подписано какое-то количество человек, и не все видят ваши публикации. Вы наверняка замечали это по своим постам. Но, когда вы делаете что-то новенькое, как было когда-то с лайвами, допустим, установили Instagram TV, начали туда постить какой-то ролик, вверху пришло уведомление, что вот такой-то, такой-то запостил видео. Вы смотрите это видео и, соответственно, уже попадаете в умную ленту к этому человеку. А потому что лента... лента... Инстаграма объединена, и, соответственно, вы будете видеть весь контент того пользователя, чье видео вы посмотрели. Это, кстати, ответ на вопрос, нужно ли вам использовать Инстаграм ТВ. Если вы хотите с помощью Инстаграма получать клиентов, деньги, подписчиков, то нужно использовать, потому что это еще один канал коммуникации с вашей целевой аудиторией. Вроде понятно, да, рассказал? Да. И вообще, как только появляется какая-то новая тема, она сразу становится интересна людям. Помните, как в СНГ появился Перископ? Все туда ушли, все начали активно юзать его, активно пользоваться. Подруга у нас... И некоторым удалось набрать очень быстро аудиторию, очень много аудитории, они стали популярными. И потом уже подтянулась вся вот эта штука с продвижением, с накруткой подписчиков, с накруткой просмотров, с накруткой лайков, которые позволяли выводить видосики в топ. Здесь будет то же самое, кто первый, того и тапки. Поэтому если вы активно включитесь в Instagram TV и начнете делать, то скорее всего вы сможете как можно дешевле получить больше аудитории, потому что соцсеть по сути новая, приложение новое, конкуренция там гораздо меньше, чем в Инстаграме. Соответственно, вы можете как можно быстрее забрать какой-то свой кусок рынка. Итак, давайте разберемся, какие же инструменты влияют, собственно, на продвижение вашего видео в Instagram TV. Я как бы с НТВ начал разговаривать. Звучит неплохо. Итак, давайте же разберемся, какие показатели влияют на продвижение вашего видео в IGTV. Итак, это лайки. Если люди лайкают ваши видосики, значит им он интересен, значит этот видосик можно посоветовать другим подписчикам. Что нужно сделать? Нужно обязательно делать призыв, поставить лайк. Собственно, что я сейчас и сделаю, обязательно поставьте лайк этому видосику. Дальше, комментарии. В конце любого видео, которое вы делаете, желательно задать открытый провокационный вопрос вашим подписчикам, на который им захочется ответить. Соответственно, если люди лайкают и комментируют ваше видео, то они вовлекаются в него. ER, показатель engagement rate, растет. Соответственно, люди взаимодействуют с вашим видео, значит и другие люди будут взаимодействовать с вашим видео. Далее, самое важное, это регулярность. Если вы делаете видео регулярно, хотя бы возьмите себе за правило сделать такой челлендж, сделать одно в день видео в Instagram TV, то наверняка вы достигнете через месяц совсем других результатов, чем есть сейчас. Еще один показатель, который оценивает Instagram, это удержание аудитории. Он прям дает нам статистику об этом видео. Соответственно, не нужно пороть всякой фигни, нужно писать интересные видосы, которые людям будет интересно досмотреть, а не просто скучно рассказывать какую-то тему. Нужно делать так, чтобы людям хотелось досмотреть ваше видео, чтобы самое интересное оставалось на конец.
Чтобы самое интересное оставалось... Как? Чтобы самое интересное оставалось... Чтобы самое интересное оставалось в конце. Не делайте видео в Instagram TV только лишь потому, что это начали делать все. Это будет смотреться убого, непонятно и неинтересно. Делайте свою контент-стратегию, напишите ее хотя бы на 10 видосов, сделайте ее нормально и поделитесь какой-то пользой, чтобы людям было полезно на вас смотреть. Дальше. Хэштеги. А оказывается, все ваши хэштеги в описании отличнейшим образом индексируются. И если данное видео, которое вы выкладываете в IGTV, набирает просмотры, лайки, комментарии, оно попадает в топ, и по хэштегам оно реально выводится. То есть оно может попасть в топ по хэштегам, и инструмент такой же, как и попадание... Инструментарий такой же, как и... Алгоритм попадания такой же, как и в обычных публикациях в Instagram. Только вам добавили еще одну возможность другого контента. Ну и, соответственно, очень клево, если у вас получается мотивировать ваших подписчиков делиться этим видео. Инстаграм это оценивает, внизу под этим видео есть птичка. Да ладно! Вы можете нажать ее и отправить этот видос кому-то. Это очень хорошо работает у блогеров, у вайнеров, у тех, кто хайпит и рассказывает какую-то штуку, либо пишет какие-то смешные видосы. Соответственно, вам хочется этим поделиться. Также мало кто знает, но в Инстаграме в историях есть возможность рассказать о вашем видео IGTV, чтобы больше ваших подписчиков перешло на это видео и, соответственно, видео вышло в топ. Для этого вам нужно опубликовать какую-то фоточку, допустим, в сторис, свапнуть вверх, и у вас появляется такая скобочка. Раньше эта скобочка была доступна только тем, у кого 10 тысяч подписчиков. Это был один из способов из сторис Instagram перевести вашего пользователя, покупателя, клиента на ваш сайт. Теперь для всех пользователей Instagram сделал доступной эту функцию. Даже если у вас 800, 700, 200 подписчиков, вы можете свайпнуть вверх, у вас открывается вверху скобочка, и, собственно, там сразу вы можете взять видео с вашего канала в Instagram TV и встроить вашу сторис, чтобы люди могли через вашу сторис попасть сразу на ваш канал в Instagram TV. Понятно объяснил? Да. И еще самое важное. Теперь в описании вашего видео все ссылки, которые вы ставите, они активны. То есть вы можете пилить какой-то контент в Instagram TV и, соответственно, через описание говорить, возьмите в описании, нажмите на ссылку, люди могут перейти на какой-то внешний ресурс. То есть Instagram официально дал добро на то, чтобы переводить людей из своего приложения на другие ресурсы. И теперь-то у них коллаборация с YouTube будет нормально. Как же все зашло так далеко? Потому что теперь определенные видосы отсюда можно будет вести на YouTube и с YouTube в Instagram. Очень прикольно. Также вы можете скопировать ссылку на ваше видео, которое вы сняли в IGTV, и сбросить в какой-нибудь чатик, либо вашим друзьям, чтобы они поставили лайк, прокомментили. И это тоже является очень мощным способом для того, чтобы ваше видео вышло в топ. У вас теперь есть ссылка четко на это видео, которое человек может посмотреть как со смартфона, так и с ПК. Естественно, в конце я вас попрошу поставить лайк этому видео, написать какой-то комментарий по теме, поделиться этим видосом с друзьями. Почему, спросите вы? Ну потому что если вы это сделаете, это поможет видосу набрать большую популярность, а чем больше будет популярность у видоса, тем больше у меня будет возможности проанализировать, что вообще происходит в Instagram TV, как правильно продвигаться и записать новое видео для вас, чтобы вы, мои подписчики, были первыми в курсе всех событий. Поэтому, друзья, если вам было полезно и интересно, не жлобитесь на лайки и комменты, и до встречи в новых видосах. Пока. Видал? Неплохо.